Всем привет, с вами Вадим ZX, и сегодня, о чудо, короче, вот такой квадрик я взял, вот, 3890, вот, я еще своих немножко добавил, те, которые откладывал, ладно, не в этом дело, короче, смотрите, какая суть, я стрим ранее просто сказал, короче, желание это квадроцикл купить себе. И чувак вчера мне накидал. И сказал, это чисто на квадрик донат. Вот он. Давайте я его открою. Так, вроде с этой стороны. Да, вот он. Так, инструкция. Снимем. Тик-тик-тик-тик. Смотрите, какое чудо, красота. Бля! У меня стул. Ёбанный разбочек. Он, короче, такой он. Видите? Инструкция под него. Инструкция по эксплуатации и тогда все. Вот. Так, что у нас тут есть? Вот он сам, ебать. Камера. Красавчик. Красавчик. Так. Это у нас ножки. Я так понял. Это ножки куда садится. Это, как я смотрел на ютубе, для начинающих, то, чтобы крылья не повредить. Вот они. Что у нас еще? Пульт. Антенка не выдвигается, да? Вот он, пульт. Такой вот. Батареечки я взял. Что, отверточка. Чтобы собирать лопасти запасные. А вот тут самый ништякик у нас, короче, сейчас я тогда сделаю. Давай, садись. Вот. Сейчас покажу ништячки. Я когда смотрел обзор на него, там он говорил, что он без флешки. Зарядка. Зарядочка. Флешка. Флешка. Он какие-то болтики запасные, я так понял. Вот. Флешка, да, болтики. И вот карточка, которую снимает. Вот ее как бы и не флешки я не, в обзоре не видел. А тут, оказывается, все есть. Это плюс. Так, камера. Я так понял, блин, как-то я видел, что камера снимается. Она фиксируется как-то. Не знаю, что. Но как-то она должна фиксироваться. Фиксируется как-то и что-то. Потому что вот она тут не закручена. Ну как бы не сломать лично. Просто не понимаю, что это. Вот. Аккумулятор. У ней. Вот сама камерка. Да, она, конечно, не двигается. Там это не за 7, не за 10 тысяч, там где уже камера. Но в принципе. В принципе. Для начинающего самый кайф, я скажу. Вот он. Вот он. Так будет. Ну, можно наклонить чуть-чуть. И, в принципе, меня сверху. Да, тут радиус 30 метров. Походу. Но для начала, в принципе, очень хорошо, я скажу. Вам самый кайф. Вот. Такая темка. В принципе, я не знаю, что это. Что для него надо собирать-то? У нас так, а камера куда вставляется у нас, мне вот интересно. Вот сюда камера вставляется, и сейчас понять бы как, вроде так. О, все, вот камеру подключили, и это у нас
Он должен быть интересен. Так, а не вот, скорее всего, вот, вот так он должен быть. Мощно. Мощно. Во. Раз. Так. Да, это будет сюда. Не знаю, видно, нет? Я думаю, видно. Блин, попасть бы еще в эти дырки-то. А что не попадает-то мне, вот интересно. А, все. Вроде дырки-то небольшие. Так, это у нас отсоединился, да, камера? Сейчас мы ее обратно всунем. Сейчас, ребятки, секунду. Что у меня отсоединилась эта камера? Все. Так. Все, камера работает. Все, ништяк. Так, это надо вот тут прикрутить, наверное. А, вот этим болтиком. Скорее всего. Она же по-любому должна держаться, да? Я просто не знаю, от этого ли болтик или нет. Это. Оп, стоять, стоять. Куда вы все-то побежали? Так, он подойдет сюда, к этой? Да. Так. Извините, что я, короче, от это. От камеры отхожу. Давай попадай. Как говорится, ювелирная работа. Хе-хе. Тик. Во. Все, закрепляем. Тут что-то он не до конца закрепил. Я. Все, вроде. Закрутился. Бля, тут отвертка, наверное, еще меньше нужно. Так. Вот, в принципе. Вот такой вот он. Так. Что дальше делаем? А эта флешка для чего, интересно? Для этого, да, вставляешь? Или куда ее? Нет. Но я пока без этих, без флешки. Так, это у нас зарядка будет. Лишний этик у нас втыкается, как я понял. Вот сюда. Так. Да, для защиты. Как говорится, для новичков. Новичков. Для, короче, для таких, как я. Потому что у меня он первый раз. А. Светится он, конечно, не светится, но это все фигня. Так. Ти-ти-тин. Камеру. Конечно, камеру сюда бы лучше было бы намного. Но это уже другая история. Потом я камеру куплю, там время будет. Ой, то есть время, деньги будут, куплю камеру. Но это не точно. Хи-хи. Тик. Вот он. Так, подожди, что тут? А что такое? А. Вот. Такая тема. Вроде собрал его. Ничего лишнего вроде. Лишнего, то есть ничего нет. И надо попробовать. Надо попробовать. Так, давайте.